мир не стоит на месте. Он стремительно развивается и дополняется новыми данными. За пять лет человечество произвело информации больше, чем за всю предшествующую историю. Прямо сейчас мы становимся свидетелями развития компьютерных технологий, освоения космоса и инновационных открытий в медицине. Современный образовательный процесс требует от специалистов постоянного совершенствования, в том числе и в вопросах научно-практической квалификации. Возникает острая необходимость в независимой площадке, позволяющей специалистам иметь доступ к передовым достижениям в области терапии. Евразийская ассоциация терапевтов – это уникальный глобальный проект объединения специалистов разных стран и различных областей клиники внутренних болезней, направленный на развитие и совершенствование помощи пациентам терапевтического профиля. Это современная площадка, предоставляющая участникам Евразийского медицинского сообщества доступ к уникальной базе данных, а также возможность обмениваться мнениями и делиться опытом. Мы объединились здесь, чтобы сложить наши усилия в борьбе за долголетие Процветания народов наших стран. В Ташкенте открылся четвертый съезд Евразийской ассоциации терапевтов. В Минске открылся пятый съезд Евразийской ассоциации терапевтов. И мы всегда с оптимизмом смотрели будущее. Нас объединяют общие корни, общая история. И я надеюсь, нас объединяет светлое, большое будущее. Миссия ассоциации. Создание международных медицинских, исследовательских и образовательных проектов между странами Европы, Азии и СНГ. Ассоциация проводит образовательные мероприятия с участием ведущих экспертов. Съезды, конференции, телемосты, школы. Научная программа конференций подготовлена с использованием современных образовательных методик и инновационных форматов. Сегодня ассоциация уже объединяет тысячи практикующих врачей и экспертов из России, Европы, Азии и СНГ. Она помогает совершенствовать медицинские знания и опыт каждый день. Для нас важно сделать процесс медицинского образования непрерывным, современным и максимально доступным. Вступив в ассоциацию, вы становитесь частью глобального сообщества специалистов работающих под научной и практической составляющей современной терапии. Здравствуйте, дорогие товарищи! Позвольте в первую очередь пожелать вам крепкого здоровья и сердечно поблагодарить вас за то, что вы сочли возможным присоединиться к работе этого образовательного вебинара. На площадке Евразийской ассоциации терапевтов многовекторные образовательные программы. Сегодня мы продолжаем обсуждать вопрос эндемии. Позвольте напомнить значение этого термина. Это несколько болезней, которые радикально меняют сценарий жизни пациента. Они взаимонегативно влияют друг на друга, усиливая проявление болезни. Вот мы продолжаем разбор больного, того, который, как правило, приходит в кабинет к терапевту, и мы постараемся осветить те грани, как можно оптимизировать ведение этого пациента, увидеть то, что мы забываем увидеть на каждом визите такого пациента, поэтому напомнив о том главный смысл этого, этой встречи, этого мероприятия, я с большой радостью передаю слово идеологу этой образовательной программы глубоко уважаемому профессору Сергею Владимировичу Недогоде, пожалуйста. Спасибо большое, Григорий Павлович, уважаемые коллеги, тоже рады вас приветствовать на нашем образовательном мероприятии. У нас будет традиция, что каждый раз я постараюсь в течение 5-6 минут еще раз напомню, тот клинический случай с учетом постоянно растущей нашей аудитории, это имеет смысл, но ну, кто-то повторно это услышит и освежит свою память, а кто-то услышит его впервые, потому что делать клинический разбор для людей, которые первый раз на нашем мероприятии, не представляют себе профиль пациента, о котором идет речь. Но это достаточно сложно, да и, наверное, бессмысленно. Поэтому позвольте вам без излишних сантиментов представить пациента. 43 года, женат, двое детей. Мы видим с вами жалобы его на слабость. Снижение работоспособности, перепады настроения, снижение концентрации внимания, частые головные боли, Одышка при выраженной физической нагрузке. Быстрая ходьба более 500 метров. Подъем по лестнице выше третьего этажа. Боли за грудиной не отмечает. Иногда после больш больших, чем обычно физических нагрузок, отмечает постожность голени к вечеру. Анамнез заболевания. Был направлен на осмотр к врачу-терапевту после прохождения диспансеризации. Диспансеризация работает. Ранее к врачам поликлинического звена не обращался. В 2025 году он перенес тяжелое течение ковида, э, стационарное лечение, отделение интенсивной терапии. Э, в течение года после выписка, ну, видимо, был постковидный синдром, когда отмечалась слабость, ухудшение памяти, способности и концентрации внимания. Полгода назад впервые на фоне головных болей при измерении артериального давления в аптеке было выявлено повышение до 145-90. В течение суток без терапии АД нормализовалось. За последние три года увеличение массы тела плюс 10 килограмм. И указанные выше жалобы появились в течение последних шести месяцев. Что послужило поводом в общем прийти на диспансеризацию. Анамнез Вита, менеджер по логистике. То есть понимаем, что это операторская деятельность. Достаточно эмоциональная, многовекторная. Наследственность отягощена, артериальная гипертензия, ожирение у родителей, инфаркт миокарду отца в 48 лет, у матери диабет и транзиторная ишемическая атака в 54 года. 10 лет назад бросил курить, стаж курения 5-7 лет, алкоголь не злоупотребляет, поэтому алкогольная анамнез не отягощен. Данные объективного обследования. Рост 178, индекс массы тела 29,4. Окружность талии 103, ЧСС 83 удара в минуту, давление офисное 142,90. Дыхание в легких визикулярных, каративных артерий шумов нет, имеется увеличение при пальпации брюшной стенки 2,5 см ниже реберной дуги, периферические отеки отмечается симметричная постозность нижней третьей горни, пульсация на стопах сохранена, язвенных дефектов нет. Обратите внимание на лабораторные показатели, они здесь все представлены. Ну, я бы отметил, наверное, среди прочих здесь показаний э, достаточно высокое СОИ для того, что нет какой-то объективной патологии инфекционной у этого пациента. Изменение липидного спектра. Повышенный уровень мочевой кислоты, пограничные значения трансаминаз и достаточно высокий уровень ЦРБ, высокочувствительного 5,2. Ну и э, обращает на себя внимание наличие альбуминурии и ну а пептид 140. Среди анализов мочи, наверное, отмечается э, такой важный показатель, как альбуминурия. На ЭКГ мы видим с вами признаки гипертрофии левого желудочка. Эхокардиография показала фракцию выброса 56%. Ну и данные суточного мониторирования, они представлены на этом слайде. Я позволю их еще раз озвучить, потому что они имеют сегодня для нашей темы, в общем, наверное, как никогда большое значение. Среднее 24-часовое систолическое давление 134, диастолическое 77. Дневное среднее 137, диастолическое 80, ночное 122 и 65, соответственно, систолическое и диастолическое артериальное давление. Ну, вот после этого мы должны разобраться с моими коллегами целый комплекс вопросов. Григорий Павлович в данной ситуации будет у нас выступать как э, представитель славного терапевтического звена. Юрий Михайлович будет выступать как кардиолог, а я уже буду завершать как... Э, эндокринолог, и поэтому с большим удовольствием я передаю слово Григорию Павловичу. Пожалуйста, Григорий Павлович. Да, спасибо большое. Студия, поставьте, пожалуйста, мою презентацию. Давайте начнем. Итак, пациент у нас на приеме. Это кабинет терапевта. Давайте посмотрим. Вот все то, что только что было озвучено, сейчас перед вами еще раз. Мы выделенными цветами – это то, на что мы будем обращать внимание. Даже при дефиците времени в 12 минут давайте сконцентрируем внимание на ключевых, самых важных аспектах. Первый вопрос – какая гипертония моего пациента? 43 года. Навряд ли это какая-то вторичная, потому что он много лет рассказывает о неприятных ощущениях. все таки это не такой молодой возраст. Конечно, она может быть вторичной, но более вероятно, конечно, принимается сразу же решение – это эссенциальная артериальная гипертония. На всякий случай сделайте скриншот, потому что этот слайд поможет в реальной практике. Сегодня пришел пациент 43 года, завтра пойдет кто-то помоложе, и вы обратите внимание, какие вторичные гипертонии, на, о каких надо вспомнить, когда вы первый раз видите этого пациента. В нашей ситуации это не представляет какого-то труда. Мы склоняемся сразу же к мысли, что это эссенциальная гипертония, это гипертоническая болезнь. Первый же вопрос, который я начну собирать анамнез сейчас, потому что терапевт должен определиться с тем вектором, как он поведет этого пациента. Мои стратегические вопросы, может быть, такие несколько на первый взгляд хаотичные, но они позволят сразу же составить впечатление. Меня будет очень волновать, как он спит. 43 года, большая окружность талии, высокое внутрибрюшное давление. Посмотрите на мои руки, у него подняты купола диафрагмы велика вероятность того, что в ночные часы у него будет развиваться два симптома. У него будет развиваться храп и, возможно, слепопное. Поэтому задать вопросы, храпите вы или нет, ну, он, возможно, знает, возможно, нет. Но гораздо важнее спросить, как, есть ли дневная сонливость у этого пациента. Головные боли, дневная сонливость. Не забудьте, что если вы посчитаете пульс в этот момент у пациента, у него будет тахикардия. Одна из причин постоянной тахикардии, если отметаются очевидные анемия, гиперфункция Щитовидки, интоксикация, то это и нарушенный сон, гиперактивация симпатической нервной системы. Обязательно раздену этого пациента и посмотрю, мы уже измерили окружность стали, посмотрю, не забуду посмотреть на его ноги. Это важно. Пропальпирую ноги, обязательно постараюсь найти пульсацию. Но крайний вариант того, что я могу найти, крайне полярный вариант, это лысые блестящие ноги. Это абсолютный признак тяжелого мультифокального атеросклероза. Обязательно вопрос сразу же, если я думаю о мультифокальном атеросклерозе, видите, пока так несколько хаотично мы стреляем, задаем вопросы, то это ректильная дисфункция. Я даже не надеюсь на правдивый ответ, потому что это, как правило, вранье вы услышите в ответ, но тем не менее, если бы вы услышали правдивый ответ, то это напрягло бы вас, потому что узнав о том, что началась или появилась, проявилась ректильная дисфункция, то надо знать, что интервалы очень надо торопиться. Интервал до первого сосудистого события измеряется очень коротким временным интервалом, от двух до пяти лет. Но, тем не менее, он в кабинете, даже если не получил на это ответ, я посмотрю на него. Мы уже измерили талию. Мне очень важно, чтобы мы заметили два размера, две окружности. Размер талии и размер бедер. Если размеры близки, Друг к друг другу, то есть частное отделение окружности талии на окружность бедер близко к единице, то я делаю очень важный терапевтический вывод. Я говорю, это морбидное ожирение, а морбидное ожирение это всегда выраженное системное воспаление, это всегда высокая скорость развития атеросклероза, я всегда подозреваю включение в патологический процесс почек, по сути, та система, о которой должен вспомнить терапевт, труба, насос, фильтр, заработала сразу. Труба – это сосуды, фильтр – это почка, насос – это миокард. То есть, посмотрев на талию пациента и заметив морбидное ожирение, мы понимаем, что роль ожирения очень страшна в этой ситуации. Мы запускаем несколько параллельных континуумов у этого пациента. Но мы произнесли слово «мультифокальный атеросклероз». Это компетенция терапевта. Вот здесь на первом визите у больного не та талия, большая талия, вы видите повышенное давление, пусть даже не бог весь какое, но вы точно понимаете, что скорость развития атеросклероза другая. Померьте давление на лодыжке так, как наложена вот эта манжета. А потом, сняв манжету, померьте давление на плечевой артерии. Возьмем то, что трактуется однозначно. Если разделить систолическое давление на лодыжке на систолическое давление на плече, и частное отделение будет меньше, чем 0,95, вы с уверенностью говорите, у моего пациента мультифокальный атеросклероз. Вот посмотрите, казалось, что жалобы, с которыми он пришел, ну, конечно, они настораживают, но если вы найдете вот такую величину, то это довольно тревожный момент. Третий момент. Мы сказали, труба-насос-фильтр. Второй визит, конечно, на первом визите я еще не знаю эти данные, но вот мы показали вам его лабораторные данные. Это уже второй визит. Второй визит надо обязательно рассчитать скорость клубочковой фильтрации. Обязательно. Не мучайте себя, существует много формул. Самая простая формула – это формула СИКАДИ. Она должна быть в телефоне у любого доктора. На приеме надо посчитать. Заметьте, что вы не будете путаться, потому что есть еще формула Кокрафта-Голта, и там будет считаться клиренс креатинина. А нам надо знать скорость клубочковой фильтрации. Скорость клубочковой фильтрации посчитали. У нашего больного она известна. Нам нужно только знать, когда. Вот с нашим больным это все довольно просто. А когда бы вы не смогли применить эту формулу? Но в том случае, если бы вы увидали отсутствие конечности у вашего пациента, если бы вы знали, что он абсолютно веган, а мы не задавали эти вопросы, скорее всего, он не веган. Но тем не менее, Помните про ограничения, на которые вы должны обратить внимание. А теперь сконцентрируйте внимание на желтой строке. Там написано, когда нельзя применять, если индекс массы тела выше, чем 40. У нас нет этих показаний. Мы совершенно спокойно можем применить эту формулу и получить данные. Вот мы видим нашего пациента, где он лежит. Он приближается к верхней желтой полосе. Еще немножко. И он скорее всего, в течение года ближайшего точно свалится в первую желтую полосу. И тогда мы скажем, риск сосудистых катастроф у него во много раз возрос, потому что скорость клубочковой фильтрации стала меньше, чем 60%. Это прогноз на будущее, но, тем не менее, на первом же визите я постараюсь хотя бы для себя построить тот вектор, как будет идти болезнь у моего пациента. Мы знаем точно, что у больного есть альбуминурия. Его альбуминурия позволяет уровень альбуминурии позволяет сказать, что он лежит в третьей строке сверху. Это А2. А2 так надо написать в диагнозе. ХББ, например, там 3А, А2. И это будет понятно в любой точке земного шара, что происходит с нашим пациентом. Это довольно высокий уровень. Это раньше до 2004 года называли микроальбуминурией. Это означает, что больной должен получать терапию и такая нефропротективная терапия, которая уменьшит дальнейшую прогрессию потери альбумина, это будут ингибиторы или сортан. Я очень вас прошу задуматься над той величиной, которую нам указали в лабораторных данных. Вот что должно случиться, чтобы альбумин, молекула альбумина оказалась в моче? Надо, чтобы из петель, которые лежат, капиллярных, которые лежат в клубочке, молекула альбумина пролезла между эндотелиальными клетками через трехслойную мембрану, которая прилежит к петлям. Это довольно трудно. Через ножки подоцитов, которые электрически отталкивают молекулу альбумина, и провалилась бы капсула Баумяна-Шамлянского. Просто задумайтесь, как перестроился клубочек почки этого пациента. Он не болит, больной об этом не знает, но мы должны это знать. Мы должны понять, что это довольно серьезные изменения, и их надо обязательно коррегировать. И без ингибиторов, сортанов мы не сможем это сделать. Я должен мысленно хотя бы вспомнить, что количество факторов риска, которые мы усвоили, когда учились в институте, их было пять, это фромингемские факторы риска, они сегодня существенно дополнены, их 16. Хотя бы на базовые факторы риска надо посмотреть. И из таких базовых, которые можно сразу же оценить, это пульс в покое. Если он больше, чем 80 ударов в минуту, это семейный анамнез. У больного это все есть. У него есть как минимум эти факторы риска. Мочевая кислота – это очень мощный фактор риска, который требует коррекции у моего пациента. Таким образом, посмотрев на все это, мы, наверное, сделаем с вами следующий шаг. Больной имеет явно, вот еще немножко, 6 килограмм, у него будет ожирение первой степени. Это не так сложно сделать при том стиле жизни, который он ведет. Поэтому, понимая, как будет прогрессировать его болезнь, я задумаюсь, что, наверное, уже началось формирование, и в обозримые годы это станет просто клинически ощущаемым. Это то, что раньше называли неалкогольная жировая болезнь печени. Ну, на самом деле она сейчас называется по-другому, но не, де не в этом дело. То есть посмотрите, в патологический процесс, помимо миокарда, сосудов и почки, скорее всего, уже включилась печень. Это надо будет понимать, потому что если он не сбросит вес, если мы не сможем ему объяснить это, то прогрессия патологии печени, изменение ее эластических свойств появление повышенной жесткости ткани печени и изменение гипотоцита, который будет переполнен триглицеридами, это негативно скажется на прогнозе моего пациента. Конечно, в идеале надо знать скорость пульсовой волны, это не просто сделать в обычной практике, это не делается, рутина, но тем не менее это желательно знать. Но вот зато вторую цифру мы обязаны знать у больного нет этого пока, но если не дай бог, у него пульсовое давление станет 60, его прогноз еще больше ухудшится учится. Но он имеет избыточную массу тела. Я хочу привлечь ваше внимание к двум аспектам не даже не измеряя на ультразвуке, вы много видали протоколов, написанных в истории болезни, где нам пометили, хотя могли бы это сделать, чему равна толщина, толщина с жировой капсулы? Это никто не делает, но тем не менее, чем она больше, тем больше давление на ткань почки и тем больше нарушается венозный отток, а следовательно, это приводит к гиперактивации ренин ангиотензин альдостероновой системы. И второй момент, который надо обязательно представить сейчас у больного. С нашего больного конкретного. У него сейчас довольно большой объем жира, который лежит между миокардом и перикардом. Этот жир не имеет септ, этот жир обволакивает коронарные артерии и все то, что он продуцирует, все то, что способствует воспалению, по вазовозорам попадает в коронарные артерии и изменяет эндотели коронарных артерий. Вот это надо себе представить, чтобы понять, насколько неблагоприятен прогноз у внешне довольно благополучного молодого человека. Да и жалобы, честно говоря, не бог весь какие, он же не хватается, и не показывает, какие у него там боли. Он говорит довольно спокойно, описывая неприятные ощущения, которые появляются, одышку в основном, которая появляется при подъеме на лестнице. Вот посмотрите, что его ждет еще. Это надо представить, говоря об этом пациенте. Жир, который лежит между перикардом и миокардом, как раковая опухоль, может метастазировать. Он, как правило, метастазирует в левое предсердие. Возникают очаги, нарушения проведения импульса, резко возрастает вероятность фибрилляции предсердия. Но я умоляю вас послушать еще об одной проблеме. Это мочевая кислота. Она повышена у этого пациента, можно не сомневаться. Раз так, то мы, посчитав риск, должны знать целевые уровни. Если это высокий риск, уровень должен быть 300. Поэтому мы должны с вами провозгласить новую эру ведения таких пациентов. Больной-то пришел, мы видим, что у него вот-вот и будет артериальная гипертония, куда более существенная. Но мы должны знать, что мы сейчас поймали у него нарушение липидного профиля, нарушение выделение, потеря белка с мочой, и мы поймали у него высокий уровень мочевой кислоты. Посмотрите в правую часть этого алгоритма. У него высокий риск, а это означает, что мы обязаны коррегировать уровень мочевой кислоты у этого пациента. Давайте, дорогие товарищи, посчитаем еще один маркер у этого пациента. Мы не можем его вести просто так, потому что мы должны знать его риск. Раз так, то мы должны знать, чему равен его холестерин не ЛВП. С января 2025 года не будет истории болезни в нашей стране, в которой это не будет считаться. Это должно было быть и в этом году, но отодвинули на один год. Давайте еще раз, мы будем сто раз говорить об этом, чтобы мы были готовы к тому, как это посчитать. Что должно быть в истории нашего пациента? Надо из величины его общего холестерина вычесть величину липопротеида высокой плотности и получить холестерин не ЛВП. Вот мы сделаем это по нашему пациенту. У него холестерин не ЛВП 5,5 миллимоль. Вот давайте сейчас подумаем, зачем нам это необходимо? Для того, чтобы мы могли рассчитать риск по шкале СКО-2 наш пациент сейчас вроде бы не имеет хронических заболеваний, у него формально еще нет хронической болезни почек, у него нет семейной гиперхолестеринемии, значит, мы вправе, у него нет липопротеидов низкой плотности больше, чем 4,9, поэтому у этого пациента мы можем применить шкалу СКО-2. Вот давайте посчитаем, вот стрелка показывает, где находится наш пациент. У нашего пациента сейчас риск, посмотрите на него, 8% это высокий риск по шкале СКО-2, и мы должны расценивать нашего пациента как пациента с высоким риском. В зеленой шкале найдем с вами высокий риск. Вот наш высокий риск, вот мы его нашли. Мы знаем его уровень липопротеидов низкой плотности, вот мы подводим его вот сюда, и мы видим с вами, что мы должны начать не только изменять стиль жизни у нашего пациента, но и назначить ему обязательно медикаментозную терапию. Какой уровень у него? У него высокий риск. Его холестерин не ЛВП должен быть меньше, чем 2,6%. Это довольно тяжелая ситуация. Вот посмотрите, он, у него высокий риск, меньше, чем 2,6, это верхнее красное поле. У него в Два раза больше этот уровень. Но нам нужно теперь вспомнив алгоритм это абсолютная компетенция терапевта. Он это должен сделать на первом визите пациента. Мы начинаем терапию со статинов при неэффекте, добавляем изотимиб. Перед нами довольно тяжелая задача. Сейчас терапевту надо решить вопрос, какую дозу статина ему назначить. Мы сделаем с вами очень просто: у него уровень липопротеидов низкой плотности 4,1. Высокий риск, целевой уровень меньше, чем 1,8. Раз так, нам надо подумать, насколько мы должны сбросить. 4,1 минус 1,8 – это 2,3, это 56%. Чтобы достичь целевой уровень, я должен сбросить на 56%. Какой статин решит эту проблему? У нас 92% пациентов получают статины. 11 достигает целевой уровень, потому что мы забываем вот это уравнение. Мы должны знать, что стартовая доза для основных статинов 10 мг, для питого статина там 1 мг. И мы должны знать точно, что удвоение дозы статина добавляет к мощности всего лишь 6%. Посмотрите, у розового статина 10 мг собьют на 48%. Давайте зададим вопрос, 20 на сколько собьют? 48 плюс 6 будет 54, а 40 на сколько собьют? 54 плюс 6 будет 6. 60%. Давайте подумаем, кто приближается к нашей цели. Нам нужно сбросить на 56%. На 56% собьет 40 мг розового статина. Это самое ближнее к этим. Поэтому выбирайте то, что вы считаете нужно. Вы можете выбрать, например, максимальную дозу розового статина. Можете выбрать розовый статин, промежуточную дозу плюс изотимип. Это ваше право. Но до тех пор, пока вы не добьетесь целевого уровня, вы не сдвинетесь с мертвой точки. Достигнув целевой уровень полипопротеидов низкой плотности, это компетенция терапевта. Он задастся вопросом, какие триглицериды, и будет коррегировать уровень триглицерида фибратами, а если не помогут фибраты или не сможет, велика вероятность, что не сможет, потому что сейчас скорость клубочка фильтрации 62, еще немножко она станет 60, все, что ниже, чем 60, фенофибрат применять нельзя, поэтому перед нами пока стоит довольно трудный выбор препарата, это омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты. Третья компетенция терапевта. Я сейчас ему буду рассказывать про то, что он должен сделать. Это его здоровый образ жизни, это сон, контроль глюкозы, индекс массы тела и так далее. Но самое главное, я попрошу его худеть. Я должен ему объяснить, что 1 грамм любого белка это всего 4 килокалории, а 1 грамм любого жира это 9 килокалорий. Попрошу его смотреть на этикетку, сколько там написано. Объясню ему, что кусок желтого сыра 30 грамм содержит 20, 40, да, 30 грамм при 40% жирности содержит 12 грамм жира. Это 120 килокалорий, это 1,15 суточной нормы. То есть попрошу его, учитывать колораж. Будет ли он это выполнять? Скорее всего, нет. Потому что 4% выполняют эти рекомендации доктора. Тогда, если я не смогу добиться снижения веса, мне будет очень трудно коррегировать его артериальное давление. Ведь очень просто, вполне возможно, он вообще может обойтись без препаратов, если он будет снизить свой вес. Минус 1 килограмм, минус 1 миллиметр тутного столба. Поэтому я вспомню, что если я не увижу эффекта, я отправлю его к эндокринологу, который будет решать вопрос о медикаментозной коррекции. Обязательно дам советы по диетологии. Это либо средиземноморская диета, либо даже диета. Это я сделаю обязательно. Обязательно напомню ему, у него велика вероятность соли чувствительности. Я напомню ему, что к соль надо контролировать. В основном колбасные сосисочные изделия, черный хлеб и перейду к медикаментозной терапии. Вот сейчас мне надо выбрать препарат для моего пациента я вижу у него липидные нарушения я вижу у него высокий ну, в общем, уровень который требует коррекции артериального давления И я теперь прошу вашего внимания на тот акцент который сформировался в декабре этого го прошлого года вот здесь голубая стрелка она вот она голубая стрелка показывает на пациента с высоким нормальным давлением если у больного есть три фактора риска, у нашего пациента больше, чем три фактора риска, то тогда мы должны начинать медикаментозную терапию, потому что эта медикаментозная терапия радикально изменит прогноз у нашего пациента. Это важно, чтобы мы вспомнили этот момент. Мы ему, конечно, расскажем про стиль жизни, про то, что его ждет в мягкой форме, чтобы не напугать его. Но я буду твердо понимать, что, скорее всего, без медикаментозной терапии я не смогу ему помочь. Больное сожирение. У него сейчас изменяются 4 гормона, которые связаны с ожирением. Давайте проговорим важную деталь при выборе препарата, а он будет фактически пожизненно лечиться дальше по поводу артериальной гипертонии. Лептин, знаете, очень трудно объяснить название, в переводе с греческого это тонкий, но в равной мере и худой. Но вот смысл сводится к тому, что этот гормон подавляет чувство голода. Но у больного с ожирением рецепторы перестают его распознавать. И даже имея достаточное количество энергии, съев большой объем нутриентов, вы не испытываете чувство голода. Вот это, к сожалению, это довольно чувство. Это очень важно, чтобы мы понимали, что препарат должен улучшать этот прогноз. Посмотрите на второй гормон. Он идет с парки с лептином это грилин. Грилин вот он меняется то едите, вы, вы в конце еды или вы перед началом еды, но он вызывает насыщение. Значит, вот два гормона, точно идут в спарке, а теперь два очень важных гормона. Адипонектин, по сути, можно сказать, это наше все. Потому что адипонектин это белок, это гормон, который будет иметь отрицательную корреляцию с индексом атерогенности, с высоким или с уровнем триглицерида, с транспортным белком АПБ. Он будет подавлять адгезию моноцитов, то есть препятствовать запуску от поражения стен сосуда. Чем больше этот уровень, тем меньше вероятность развития сахарного диабета. То есть препарат, которым мы будем лечить гипертензию у нашего пациента, он должен влиять, положительно влиять на уровень адипонектина. И страшный совершенно резистин, который, по сути, стимулирует системное воспаление. Вот давайте посмотрим. Не так много препаратов исследовалось на эту тему, но вот сиреневым выделено слово лизиноприл, рамиприл, лизиноприл, периндоприл. Это три ингибитора, которые имеют имеют положительное влияние. Давайте посмотрим на что? На адипонектин. И это для нас очень важно, потому что это долгосрочная терапия. И мне очень важно погасить скорость развития атеросклероза у этого пациента. Давайте попробуем посмотреть на то, вот мы назвали слово лизинаприл. А чем он отличается, например, от аналаприла? Лизинаприл отличается тем, что он активное лекарство. Ему не надо проходить через печень, чтобы превратиться в активную форму. Значит, при любом цирротическом изменении печени при неалкогольной жировой гипотозе он будет не будет зависеть от функционального состояния печени. Он прошел очень хорошее тестирование у больных с избыточной массой тела и на сегодняшний день мы даже можем использовать торговое название, потому что он имеет статус референсного препарата в соответствии с приказом Министерства здравоохранения. Но очень важно, что мы должны понимать, что сейчас особого происходит у моего пациента. У него сейчас из-за его избыточной массы тела избыточной жесткости сосудистой стенки, у него сейчас Сейчас повышенное давление центральное, в дуге аорты этого пациента повышенное давление. А вот если я буду блокировать ренино-гиотензин-дестероновую систему и присоединять к этой терапии антагонист кальция, то я буду изменять давление в дуге аорты. Очень важно понять, что пульсовая волна, ударившейся бифуркацию сосуда частично будет возвращаться по магистральным сосудам назад в дугу аорты и все зависит от скорости ее возврата и если она совпадет со следующей систолой, то это приведет к аугментации к подскоку давления к трансляции этого давления в краниальные сосуды и в коронарные сосуды поэтому очень важно помнить что у такого молодого человека у которого без пяти минут будет иметь ожирение первой степени или имеет уже ожирение вот это центральная Артериальное давление – это одно из ключевых параметров, которое будет сказываться на его прогнозе. Так, липидные нарушения есть, коррегировать артериальное давление мы должны, а тогда как бы нам так сделать, чтобы комплаентность еще при этом увеличить? комплаентность можно увеличить, если в одну в единый комплекс ввести и препарат, контролирующий уровень липидов, и препараты, которые будут контролировать давление. Лизинаприл, амлодипин, розовостатин – это препарат, таких препаратов сейчас несколько таких комбинаций. Но первая была комбинация, это эквамер. Посмотрите, вы можете выбрать любую дозу, их несколько доз. Вы будете выбирать по уровню артериального давления, насколько оно повышено. И вы будете, соответственно, выбирать и дозы розового статина. Я напомню вам, что 20 мг розового статина снижают на 54%. Практически то, что нам нужно для нашего пациента. Выбрали этот препарат, но и должны знать, что есть и доказательная база для этого препарата. Это крупное исследование, которое выполнено было в России. Вот почему выбрали эти, эти препараты? Потому что статин, понятно, амлодипин тоже понятно, он раскрывает периферические сосуды, он препятствует высокой скорости развития атеросклероза. И лизинаприл выбрали, потому что лизинаприл обладает дополнительными свойствами. Он будет влиять и на центральное давление, и будет обладать нефропротективным эффектом. И вот у этих больных, которые проверяли на этом тройном препарате, если так можно сказать, два, из которых, два компонента контролируют давление, один статин, вы видите, что примерно десятая часть, 12% изменили свой прогноз в лучшую сторону. А что при этом произошло? Изменилась скорость движения пульсовой волны. Это ключевое. Ведь ты стар настолько, насколько высока жесткость твоих сосудов. То есть изменение жесткости сосудов – это одно из ключевых требований к ведению такого больного с артериальной гипертонией. Ты не можешь его омолодить, но ты можешь изменить тонус сосудов и как бы понизить его биологический возраст. Хотя на самом деле он, конечно, остается человеком того возраста, с которого ты начинал его лечить. Но ты можешь улучшить его прогноз. Вот посмотрите, применяя препараты Квамер, мы достигли и снижения липопротеидов низкой плотности на Практически 15% упала скорость пульсовой волны, а сейчас вы видите желтую стрелку, я сейчас ее покажу. Желтая стрелка показывает, насколько увеличилось количество больных, у которых скорость пульсовой волны достигла целевого уровня меньше чем 10 метров в секунду. Конечно, это важно для нашего пациента, безумно важно. И через 6 месяцев в два раза мы изменили риски у нашего пациента. Это, конечно, важно, потому что это, это влияет на его сценарий жизни, видоизменяет в лучшую сторону. Ну и завершая, если не поможет это, эта терапия, что мы должны знать? Вот не помогает она, не получается, он не худеет. Но тогда у нас будет ждать только один переход. Переход на препарат, где будет три активных начала. Мы ну, очень надеемся, что вот такой терапевтический подход, многогранный, с оценкой прогноза и с пониманием того, что происходит с нашим пациентом, все-таки позволит остановить высокую скорость прогрессии заболевания нашего пациента и позволит ему, ну, наверное, как-то дольше быть более активным. Вот препарат Эквапресса, который я, я сейчас сказал, это следующий шаг, если не поможет у нашего пациента вот та двойная терапия, о которой мы говорили сейчас. Дорогие товарищи, я хочу обратить ваше внимание, что если этот Больной. Будет, он должен наблюдаться у терапевта. Особых показаний нет для того, чтобы его направлять к кардиологу. Но если вы захотите видеть какие-то там дополнения и так далее, конечно, например, есть ли у диастолическая дисфункция или нет, вы будете решать этот вопрос кардиолога. Но я вас очень прошу посмотреть на то, как будет оцениться конкретная работа терапевта. Посмотрите протеинурия. Как хотите, определите, но это должно быть у нашего пациента. Скорость клубочковой фильтрации должна быть у нашего пациента. И еще один аспект. Не забудьте, что перед нами должно было стоять, мы должны были выбрать правильную, грамотную, двойную терапию, и перед нами стоит ключевая цифра у нашего пациента. Это компетенция терапевта. За 90 дней мы должны достигнуть Recording целевого stopped. уровня. Дорогие товарищи, я, как мне кажется, я высказал то, что должен сделать терапевт. Поэтому большое спасибо за интерес к этой проблеме. Я считаю, что вот у меня пришла идея отправить моего пациента к кардиологу. Юрий Михайлович. Да, Григорий Павлович, спасибо огромное. И я с удовольствием приветствую вас, Сергея Владимировича, наших коллег. И начну с той фразы, которая для всех для нас известна очень хорошо. Медицинскую помощь оказывает кардиолог, а в случае его отсутствия эти функции ложатся на врача-терапевта. Это мы с вами знаем. И обращаясь к тому клиническому случаю, который сегодня напомнил нашим коллегам Сергей Владимирович, хочу сказать, что Вопросов-то появляется очень много. И я, правда, Григорий Павлович, восхищен. Вы системно построили то, как нужно оказать помощь этому пациенту, дали объяснения, дали методы лечения. Наши взгляды наверняка могут во многом совпадать. Я лишь, уважаемые коллеги, попробую выделить некие акценты, которые мне кажутся наиболее важными. Вы видите жалобы, которые озвучил сегодня Сергей Владимирович. А теперь вопрос, если хотите, контрольный вопрос. Он не требует такого принародного обсуждения ответа, но ответьте, пожалуйста, сами себе. Увидев такое обилие жалоб и сформировав некий пациента, скажите, пожалуйста, а какой диагноз пойдет первому этого человека? Ведь если бы мы говорили только о артериальной гипертензии, это все таки предмет нашего сегодняшнего разговора. Возможно, мы в меньшей степени обращали бы внимание на другие жалобы и проявления течения заболевания у нашего пациента. И тут трудно не согласиться с Григорием Павловичем, что кардиолог, по идее, должен привлечься тогда, когда будут обсуждаться потенциальные нарушения ритма сердца, когда речь пойдет о нарушении диастолической функции, появлении потенциального возможности сердечной достаточности сохраненной фракции выброса, может быть движение в сторону коронарного атеросклероза и так далее, и так далее. Но, коллеги, будем честными, Описав вот так детально жалобы, респект врачу-терапевту, который встретился с этим пациентом, мы, вольно или невольно, все равно будем осуществлять некую градацию, что-то ставить на первый план. Если вдруг вы решите окончательно поставить пациенту диагноз артериальной гипертензии в сочетании со всеми другими состояниями, про которые мы говорим, понятно, что первым номером пойдет артериальная гипертензия. Второе. Цифры 145 90 мм тут на столбах. В общем-то, этот человек не лечился. У него не проводилась антигипертензивная терапия, хотя проблем на самом деле у этого человека более чем много, в том числе и перенесенная инфекция SARS-CoV-2. Высокая или невысокая артериальная гипертензия? Систолическое давление превышает пределы 145 мм тут на столба. еще раз хочу подчеркнуть, коллеги, больной это не лечился. И мне очень импонирует подход, который предложил Григорий Павлович в контексте выбора эквамера как препарата, который мог бы решить целую серию проблем, которые есть у этого пациента. Но Сергей Владимирович приводил и данные суточного мониторирования артериального давления. Повторюсь, действительно громадное уважение доктору, который подошел системно к этому пациенту. Присмотритесь, пожалуйста, только к верхней таблице, а именно – Уровень систолического давления больше 140, а диастолического 90. И эти цифры были точно так же, соответственно, 32 и 14 процентов. И максимальные цифры давления для систолического были 182, для диастолического 104. И поэтому этот подход по детализации его артериальной гипертензии, выявлении ее, оценке признаков поражения органов мишени, анализ всех тех факторов риска, которые показал Григорий Павлович, они носят принципиальный характер. Я уже второй раз демонстрирую две таблицы, которые, коллеги, вы сейчас увидите. Это из приказа по осуществлению диспансерного наблюдения. А как вы помните, он пришел на диспансеризацию, а далее потребовалось направление к врачу-терапевту. Итак, болезни, характеризующиеся повышенным артериальным давлением, просто, пожалуйста, пробежитесь глазами. Что нужно сделать? Весы окружной стали, артериальное давление, ЧСС, скорость клубочков фильтрации, ЛНП, альбуминурия, далее прогрессирование потенциально или изменения со стороны органов мишени. В общем-то, все то, что обозначил Григорий Павлович в качестве реперных основных точек, на которые надо обратить внимание. Но я с удовольствием демонстрировал вам, коллеги, то, что должен сделать в рамках диспансеризации врач-кардиолог. Присмотритесь, пожалуйста. А в общем-то то же самое в контексте только, что если это больной с хронической болезнью почек, но С4, или у него появляется сахарный диабет, это уже становится компетенцией врача-кардиолога, особенно если это резистентная гипертензия. Мы отвергнем сразу диагноз резистентной гипертензии. Но она есть она объективно есть. И обращая внимание на данные эхокардиографического исследования, по крайней мере, один орган мишень сердца, а я говорю о гипертрофии миокарда левого желудочка, он точно так же вовлечен. Но еще и еще раз хочу подчеркнуть, ведь это был пациент, именно который не лечился по большому счету, э, хотя фактор артериальной гипертензии у него был выявлен. Давайте попробуем, коллеги, с практической точки зрения, жестко, четко обозначить, что нужно сделать. Это известный европейский документ по профилактике, он перетекается с нашими многими клиническими рекомендациями. Концептуально мы должны оценить риск чтобы спорил. Мы должны выбрать цели и при этом определиться со сроками их достижения. Несомненно, мы должны выбрать лучшую стратегию лечения. И еще раз подчеркну, коллеги, что идея, которую предложил Григорий Павлович в качестве механизма решения, мне нравится, потому что она может отвечать всем этим концептуальным подходам. Мы привыкли говорить, что это что мы страна высокого риска, очень высокого риска. Да, это действительно так. Если мы попробуем проследить движение стрелок по тем параметрам, которые определили у нашего пациента, мы понимаем, что он как раз вступил в категорию высокого риска, как отметил Григорий Павлович. Но рядом совсем недавно у него был умеренный риск, и этот шаг в сторону ухудшения, ведь на самом деле заставляет только одно сразу инициировать терапию, сразу погрузиться более детально в состояние его органов и систем и выбрать наиболее оптимальную терапию как таковую. Вы заметили, коллеги, что Сергей Владимирович обратил наше с вами внимание на высокочувствительный цереактивный протеин? Пятерка. То есть высокий риск. Получается так, что этот человек, который внешне может быть воспринят как пациент невысокого, а может быть даже и неумеренного риска, на самом деле имеет большое количество проблем. И тут я соглашусь с Григорием Павловичем, что построить концепцию можно будет правильно тогда, когда мы однозначно определимся с тем риском, который есть у нашего пациента. Итак, риск высокий. Мы представляем, что нам надо добиться снижения давления меньше 140-90, так говорят наши клинические рекомендации, в пределах трех месяцев, а потом ниже 130-80. Это действительно так. Воспользуюсь тем набором препаратов и методов лечения, которые у нас существуют. Нарушение липидного обмена та же самая закономерность в пределах срока, который мы можем в среднем обозначить как 3 месяца, 8 плюс-минус 4 недели, мы можем с вами, коллеги, точно так же ответить на вопрос: Достигнут цель уровня липопротеидов низкой плотности, и вроде бы все понятно. Я с огромным удовольствием хотел бы, коллеги, в очередной раз вам продемонстрировать два слайда, которые вы сейчас увидите. Мы очень часто с Сергеем Владимировичем ориентируемся на те данные, которые вы видите на экране. Это мета-анализ. Очень известный анализ Blood Pressure лист, List, где были включены исследования и были поставлены в этом анализе задачи сравнить две стратегии. Одна стратегия – это стратегия снижения артериального давления. И, как вы помните, клинические рекомендации говорят, что если у нас есть больной с артериальной гипертензией, то первичная цель – это, конечно, уровень артериального давления. Или же сработать зеленая линия в отношении снижения риска развития сердечно-сосудистых осложнений, к чему подвел Григорий Павлович. Коллеги, кривые говорят сами за себя. Они говорят о том, что стратегия снижения риска, она гораздо эффективнее, чем стратегия просто снижения артериального давления. И процент больных, которых надо пролечить, чтобы получить результат, а результатом в этом исследовании было потенциальное развитие сердечно-сосудистых осложнений, он показывает, что надо гораздо меньше больных пролечить и при этом получить снижение риска, а соответственно развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Если у нас стратегия направлена прежде всего на тот риск, который мы с вами определили. Получается так, коллеги. Мы не просто механически заявляем больной с артериальной гипертензией, говорим э, степень повышения артериального давления, степень риска как такового, и даже не заявляем, что это быстрота и интенсивность наших воздействий, а скорее признание, что все-таки стратегия снижения риска она лучше. Хотя мы говорим про больного артериальной гипертензией. И контроль артериального давления это будет лучше у пациентов, у которых именно происходит снижение риска а не только снижение уровня артериального давления и вот на таком вступлении я хотел бы коллегам предложить концепцию традиционного подхода к комбинированной терапии которая присутствовал в исследовании хоп3. Нам, Сергей Владимировичем, повезло, и это была большая честь принимать участие в этом глобальном исследовании. Оно действительно носит очень важный характер, проводилось в большом количестве стран, оно не зависело от фармацевтических компаний. И это исследование поставило очень важную задачу ⁇ взять больных с умеренным риском. Напомню, что наш больной совсем недавно был больным с умеренным риском. И посмотреть, а что же будет, если только снизить давление, если только снизить уровень э, ЛНП или подействовать именно вот в рамках этой стратегии, стратегии снижения риска, когда снижается все. Очень интересно увидеть, уважаемые коллеги, факторы риска, которые... Э, Анализировались в исследовании КОП 3, я говорю про факты риска сердечно-сосудистых заболеваний. Просто присмотритесь, уважаемые коллеги. Они все перед вами. И если обратить внимание и на окружность талии бедер, уровень ЛНП, то, что говорил Григорий Павлович, и по протеидам высокой плотности. Кстати, наш больной, он ведь бросил сейчас курить, но тем не менее, в анамнезе у него курение было, а длительные последствия они потенциально могут сохраняться. Нарушение углеводного обмена, раннее развитие. ИБС у родственников первой линии, а это было у нашего пациента, нарушение функции почек с оценкой микроальбуминой и скорости клубочковой фильтрации. И обозначая вот таким образом популяцию, Уважаемые коллеги, в исследовании включали людей, вы видите, 60 лет и старше для женщин, 55 и старше для мужчин, и хотя бы один из факторов риска. Коллеги, еще раз, эти люди находятся постоянно вокруг нас. Здесь не было критериев прямых по давлению или уровню ЛНП. Речь шла именно о тех вещах, которые очень часто присутствуют в нашей медицинской документации, когда мы описываем нашего больного. Итак, уважаемые коллеги, идея была простая использовать как гиполипидемическую, так и комбинированную антигипертензивную терапию, использовать это в рамках существующей стратегии комбинированной терапии. И вот если вы посмотрите, коллеги, на то, какие это были больные, давление 138-82, индекс массы тела 27, избыточная масса тела ЛМП-3,3, высокочувствительный целеактивный протеин 2,0. А вот если взять нашего больного, это крайний столбик, то, коллеги, вы видите, при СМАДе 13477. 7... При офисном измерении 142,90. Высоковато для этого человека. Далее. Индекс массы тела прав абсолютно Григорий Павлович. Еще шаг, это будет больное сожалением. ЛНП явно выше. Ц-реактивный протеин тоже выше. Опять же, держим в анамнезе, что этот человек все-таки какое-то время переносил инфекцию SARS-CoV-2. Да и без этой инфекции уровень высокочувствительного ц-реактивного протеина говорит только об очень высоком риске. И согласитесь, коллеги, что если присмотреться на то, когда используются стратегии снижения рисков, давление пошло вниз и очень хорошо, и уровень ЛНП снизился, что говорит о выборе эффективной терапии как таковой. По первичной конечной точке, вне всяких сомнений, комбинация антигипертензивной вместе с розового статином обеспечила снижение риска развития сердечно-сосудистых событий. А они перед вами на экране. Это и э, смерть, инфаркт миокарда, инсульт, остановка сердца, реваскуляризация, сердечная недостаточность. Причем снижение риска составило 38%. Но в этой работе, коллеги, впечатляющим оказалось следующее: если используется комбинированная терапия, то она обеспечит наибольшее снижение риска развития ишемической болезни сердца и инсультов. Снижение риска ЭБС на 38%, а инсультов на 44%. Если есть комбинированная антигипертензивная терапия, и она сочетается с гиполипидемической терапией. Коллеги, мы всегда мечтали об этом. Мы всегда восхищались результатами, которые были в свое время в исследовании Олхад у больных высокого риска. Это те больные, которые мы сейчас обсуждаем, с риском-то пониже. Но мы имеем объективные доказательства. Мы предупреждаем развитие заболевания. Прогрессирование человека в сторону сердечно-сосудистого континуума. Когда у человека не появится ИБС и, к счастью, не разовьется инсульт. Это очень благородная задача. И она подсказывает нам с вами, что в рамках такой стратегии мы можем получить результат. Григорий Павлович, я соглашусь с вами в отношении подхода по использованию фиксированной комбинации, которую мы называем эквамер, она для врачей хорошо известна. Я бы здесь бы выбрал несколько аргументов. Ну, во-первых, она полностью выкладывается в ту стратегию, которую мы с вами, не сговариваясь, обозначили. Должна работать, прежде всего, стратегия снижения риска. Да, есть разные дозировки. Встретившись с таким больным, я попробовал бы с начальной дозировки. пин 5, лизиноприл 10, розово 10. Если я не достигаю цели, в последующем у меня есть возможности по использованию других комбинаций, имеется в виду этих препаратов, имеется в виду других доз. И в итоге я вправе рассчитывать на положительный результат. Но я принципиально бы рассматривал прежде всего таблетку, которую мы сейчас называем политаблеткой, именно Эквамер, на старте терапии этого больного. В моем представлении была бы большая потеря времени и меньшая приверженность к лечению, если бы у этого больного врач назначил свободную комбинацию, хотя он имеет право так сделать, но именно старт у пациента, который фактически никогда не лечился с эффективной комбинацией, это все-таки старт успеха. Поэтому, уважаемые коллеги, Возвращаясь к тем доказательствам, аргументам, которые есть, Григорий Павлович приводил работу, которая получила название «Тромбират», а эта работа выполнялась, уважаемые коллеги, у наших российских пациентов. Давление идет вниз систолическое и диастолическое, снижается уровень ЛМП, но вот то, что демонстрировал Григорий Павлович, меня привлекает. Уважаемые коллеги, мы только сейчас сказали, это больной высокого риска. Он рад бы перейти в эту группу умеренного риска. И стратегии, которые позволяет это дело есть. Есть в нашем распоряжении. Но если это происходит быстро. Так как это было показано в исследовании Александра Карпова и соавторов. Это заслуживает нашего внимания. Я от себя скажу фразу еще следующего плана. Да, конечно, количество таких препаратов будет расти. И состав таблеток будет носить принципиальный характер. Я обращу внимание наших коллег на ту информацию, которую представил Григорий Павлович. Ведь если мы возьмем оторвастатин в таких же подходах, он проиграет розовостатину, а у нашего больного ЛНП был 5 с лишним миллимоль на литр, определяя как раз вот тот высокий риск. Поэтому, несомненно, это первый фиксированный препарат, который мы вправе называть политаблеткой, это препарат, который может обеспечить нам снижение рисков. А значит, получить тот результат, который мы хотим видеть у нашего пациента. Спасибо большое за внимание. Спасибо большое, Юрий Михайлович. Спасибо большое. Сергей Владимирович, к вам в дверь постучался пациент к эндокринологу. Спасибо, Григорий Павлович. Ну, я думаю, коллеги, что мы продолжим, потому что на самом деле здесь наши профессии, они сегодня пересекаются очень сильно. Я бы вот начал с того, о чем уже говорили мои коллеги, что вот у нас помимо офисного давления есть показатели суточного мониторированного давления. Вот мы, когда писали и делали клинические рекомендации по артериальной гипертензии, я хотел бы, чтобы вы запомнили вот эти цифры, потому что они нам понадобятся ровно на следующем слайде. Посмотрите, ведь, в общем-то, у больного практически все три показателя относятся к тому, что у него уже есть настоящая взрослая серьезная артериальная гипертензия. И по показаниям дневного, и суточного, и ночного артериального давления. И это уже формальный повод для начала лекарственной терапии. Мои коллеги много говорили о лекарственной терапии и в том числе комбинированной терапии с использованием поли-таблетки. Я хотел бы, чтобы вот эту идеологию политаблетки с использованием статинов мы увидели вот через эту призму. Ведь это все то, что характерно и для артериальной гипертензии, и для ожирения, и для нарушений липидного обмена. Но мы как-то забыли одну вещь, которая, ну, мне кажется, она чрезвычайно важна что у него обвал здоровья, извините за такой термин, произошел после перенесенного ковида. И вот все эти вещи, они так или иначе были задействованы и в острой фазе ковида, которая была у него тяжела, он лежал в стационаре, и в фазе, когда уже у больного был постковидный синдром. Взглянем на нашу таблетку, она универсальная, поле таблетка, она и в эндокринологии, и в кардиологии, и в терапии. Вот красным я попытался отметить те позитивные свойства у лизиноприла как составляющей. И посмотрите, здесь ведь много того, что работает против дальнейшего прогрессирования нарушений углеводного обмена, защищает почки, о чем говорил Григорий Павлович. Ну и, конечно, это гипертрофия левого желудочка, миокардиальный фиброз снижается на лизиноприле. И все это сочетается с показаниями оффлейбл, которые характерны для статинов. Причем, если смотреть, а Юрий Михайлович очень отчетливо, акцентированно, атенуированно сказал, что там выше 5 ЦРБ, значит это уже достаточно выраженное воспаление. И у нас единственный препарат, который формально обладает таким показанием в своей инструкции, это розовый статин. Плюс, я попытался выделить и красным цветом так сказать те ну, истории, которые важны в плане действия статинов при коморбидной патологии. Здесь нет никакой ошибки, коллеги. Если вы внизу обратите внимание на слово ⁇ новообразование ⁇ то это отдельная такая стратегическая история. Наверное, она здесь как раз пришла от эндокринологов, потому что мы сначала говорили о проонкологическом влиянии на различные виды новообразований сахарного диабета. Потом, ну, наверное, лет 5-6 назад был всплеск интереса к ожирению. Было показано, что 18 видов новообразований, они в прямую корреляцию имеют с ожирением. Риск существенно повышен. Ну и, наконец, в этом году появилась публикация о том, что уже при метаболическом синдроме, а у нас больной с метаболическим синдромом, повышается риск развития практически тех же 18 новообразований, что были при ожирении. Здесь можно говорить о степени вклада того или иного симптома метаболического синдрома, но то, что риски при метаболическом синдроме повышены, это характерно. И у нашего больного то метаболический синдром есть. Значит, у нас статины в этом комплексе будут решать не только задачи снижения риска СКОР-2, о котором говорил Григорий Павлович, подавление воспаления, о котором говорил Юрий Михайлович, но и профилактики стратегически на дальнем таком рубеже снижения риска развития новообразований. Применительно к перенесенному ковиду, и мы все прекрасно понимаем, что да, ковид более тяжелый исчез, но у нас сегодня ковида много. Мы должны взвесить возможности вот этой нашей самой политаблетки. И у нас опубликовано было это исследование, позапрошлом году, когда смотрите, больные с ожирением индекс массы 30, больные тяжелые, и у нас тоже лежал и на и в палате интенсивной терапии, в общем, достаточно тяжелое течение, он получал э, биологически активные препараты. Вот эти больные, которые обратились к нам спустя месяц после выписки после ковида, смотрите, мы дали им эквамер. Значит, во-первых, что обращают, что на момент визита когда через месяц они пришли, это вот визит нулевой, ну очень плохие показатели, нецелевое давление. Через месяц уже мы достигаем почти целевого 140-90, через три месяца на втором визите на эквамере мы достигаем формально абсолютно целевого давления, прописанного в новой версии клинических рекомендаций. Сосудистая жесткость. Об этом тоже говорили мои коллеги. И Юрий Михайлович показывал работы и Юрия Александровича Карпова с риском. Но ведь риск снижается благодаря улучшению эластичности. И мы видим по всему спектру эластичности у нас явно снижается индекс аугментации, скорость пульсовой волны, центральное систолическое давление. Но расчетный показатель сосудистого возраста по скор 1 он с 41 года через 3 месяца приходит уже к 36 годам. Значит, это явное улучшение антиэйджинговой терапии сердечно-сосудистой системы. Ну, вполне логично, что э, Эквамер дал улучшение показателей всех, так сказать, которые есть у пациентов после ковида, с точки зрения нормализации суточного профиля, вариабельности артериального давления, утреннего подъема артериального давления, вы видите, что здесь уже после первого визита, через месяц от терап начала терапии, было явное улучшение. И для нашего больного восстанавливается то, с чего я начал свою презентацию, ведь у него нарушено и суточное, и дневное, и ночное давление. Мы восстанавливаем на их эквамере нормальный двухфазный ритм, предотвращая утренние подъемы давления. Но наш пациент находится в воспалении, прокоагулянтном в статусе. Посмотрите эффект через три месяца, какой мы достигли у наших пациентов, перенесших ковид ну, здесь-то даже не 5, как у нашего пациента, а 13 на исходном визите через месяц после перенесенного ковида. Явное улучшение. И здесь мы видим с вами улучшение и по уровню ферритина, и по уровню фибриногена. Плюс к этому... Мы, помните, я когда докладывал клинический случай, сказал, что у него повышено соя было у нашего пациента, там было в районе 16, это действительно высоковато. Здесь мы видим улучшение логичное вверху показателей биохимических и показателей, связанных с липидными нарушениями, показателей по глюкозе, уровню мочевой кислоты, но самое главное, что мы видим здесь же и уменьшение сои, то есть мы, в общем, подавляем воспаление у нашего пациента, и это очень здорово. Ну и конечно, как эндокринолог, я не могу пройти против того, чтобы мимо того, чтобы не было коррекции веса, это обязательно, потому что снижение веса снизит и риски злокачественных образований, и 5% снижение веса даст нам уже хорошее снижение систолического и диастолического давления. Если говорить о стратегии, а мы об этом будем говорить, лечение углеводных нарушений, то здесь, конечно, просматривается у больного с ожирением класс агонистов GLP-1 рецепторов. Но об этом мы, когда будем более предметно говорить о коррекции углеводных нарушений, поговорим более подробно. Ну и, конечно, здесь мы можем использовать наши сахароснижающие препараты с дополнительной коррекцией цифр артериального давления. Причем здесь... Ну, в общем-то, совершенно очевидно, что большинство из наших препаратов сахароснижающих они э, обладают нейтральным действием. Но есть и лидеры, это опять ингибиторы GLT2, агонисты GLP-рецепторов, которые действительно давление снижают очень хорошо. Поэтому мне кажется, что параллельно со снижением веса нам безусловно нужна комбинированная политерапия, и для этого лучшего подхода, чем политаблетка со статином ингибитором АПФ и антагонистом кальция нет. Ну и я закончу, я слайд уже показывал, то сегодня, в общем, что нас начинает все больше объединять, я имею в виду врачей разных специальностей, это то, что идеология лечения избыточной массы тела, ожирения точно такая же, как артериальная гипертензия. Не будем лечить возврат давления, Снова прибавка в весе и повышение сердечно-сосудистого риска. Ну вот, Григорий Павлович, такой взгляд эндокринолога. <как> да. Согласитесь, это то, что называется... Спасибо огромное за эту прекрасную презентацию. Это и есть командный подход, когда вот с трех да. разных сторон пытаемся оценить пациента. Несколько вопросов поступило, если это возможно. Юрий Михайлович, вот к вам задают такой вопрос. Целесообразно ли было этому пациенту добавить к тактике его ведения ацетилсалициловую кислоту? Замечательный вопрос, Григорий Павлович. Традиционно, когда мы говорим о профилактике развития сердечно-сосудистых событий, обращу внимание на следующее обстоятельство. Да, мы констатировали высокий риск развития неблагоприятных событий, но в этом случае позиция по первичной профилактике этих событий аспирина сейчас весьма спорная и скорее нет, чем да. Но вопрос о том, насколько аспирин, ацетилсалициловая кислота может оказаться в нашем арсенале, пожалуй, определит время дальнейшего наблюдения за этим пациентом. Если он своевременно будет получать ту терапию, которую мы сейчас обсуждаем, а значит снижаем риск, непотребность назначения от кислоты будет, несомненно, отодвигаться. Когда же у этого человека в случае не лечения вдруг появится развитие ишемической болезни сердца и стенокардии, появится и мысли и идеи по включению в терапию от кислоты. Сейчас нет. Юрий Михайлович, ну вот Коллега продолжает свой вопрос. Он сообщает, целесообразно было бы этому пациенту провести ультразвуковое исследование сонных артерий. Можно предполагать, с высокой вероятностью обнаружению у этого пациента бляшек. И это верно. Если ориентироваться на то, сколько выявляется изменений у больных, страдающих артериальной гипертензией, это старые исследования Аль... Альберта Занкетти, Манче, то есть итальянская группа авторов, которые показывали, если совсем точно цитировать эти данные, увеличение толщины интимомедии и высокий процент выявления атеросклеротических пляшек. Более того, вот здесь как раз в контакте терапевт-кардиолог-эндокринолог ответ на вопрос, а что же с магистральными артериями, и в частности, с сонными артериями, конечно, как метод имеет полное право на жизнь. Но, увидев эти изменения, мы прежде всего погрузимся дальше в работу детализации этой бляшки, насколько она велика, насколько она имеет риск развития именно разрывов, толщина капсулы этой бляшки, и главное, это точно Проведение гиполипидемической терапии. Но если я правильно вас понял, уважаемые коллеги, мы-то договорились, не сговариваясь, подчеркну еще раз, по выбору терапии у этого больного именно терапии, включающие статин причем не просто статин, а тот, который мы розовой статин называем высокоинтенсивным представителем высокоинтенсивной терапии статинами. И вот мне бы хотелось подчеркнуть, Григорий Павлович, еще одну фразу, которая мне кажется очень важным. Если мы сразу пойдем у этого человека на такую терапию, мы будем гораздо более успешными, да. чем если мы будем испытывать опыт Отодвинуть. удачи и успехи на каждом конкретном препарате, отодвигая вот эту стратегию снижения риска. Если вы позволите, я бы добавил, что даже увидав бляшку, которая там, например, 20% стеноза, можно сказать, ну слушайте, ну она же небольшая, не останавливайтесь на этом, уважаемый коллега, обязательно посмотрите на высоту бляшки. Попросите, чтобы в протоколе, который вам описывает эту бляшку, была указана высота этой бляшки. Если она полтора миллиметра, это высокий риск со всеми вытекающими последствиями отсюда. Хорошо. И если можно, нас просят обсудить ситуацию, которая довольно часто, со слов доктора, встречается в реальной практике. Систолическая понижается, а вот диастолическая достигнуть целевого уровня не удается. Подскажите, какие методы будут оптимизировать лечение этого пациента? Ну, наверное, можно представить себе там систолическая 130, диастолическая 85. Но ну, я бы сказал так, первое, подумайте, почему она сохраняется. Если гипофункция щитовидки, если проблема с почечной артерией, вы это все исключили. Но может быть такая ситуация? Что здесь из технологии добавить? Как будет ваше мнение, уважаемые эксперты? Ну, Григорий Павлович, я думаю, что здесь я бы рассматривал, конечно, вопрос с назначением антагонистов минералокортикоидных рецепторов у этих пациентов, потому что они менее сильно снижают систолическое давление, но в принципе и. Мы знаем высокую частоту развития гиперальдостеронизма при гипотензивной терапии. Вот. При этом мы чрезмерного снижения систолического давления, наверное, не допустим. Вот. Ну и здесь следующий момент. Понимаете, я всегда говорю, что вот мы, мы лечим не бляшку, мы лечим бляшку у больного конкретно. Это в предыдущем вопросе то, что вы абсолютно блестяще сказали. Здесь ведь мы лечим... Ну хорошо, окей. 130. Ну, снизили дальше вместе с диастолическим до 120, там, 80. Если больной переносит это нормально, и нет у него никаких клинических отклонений от нормального состояния, не влияющего на качество жизни, то у нас, ну, мы сегодня смотрим, так сказать, больных к ДИГО новые, которые вам хорошо известны как ведущему нефрологу. Там-то вообще давление целевое ниже 120. Вот. Э, при альбуминурии, естественно. Но okay. если клиника позволяет нам и дальше ниже снижать систолическое давление параллельно с диастолическим, то, в общем, безусловно, мы можем идти этим путем. Если это уже плохая переносимость, головокружение и так далее, ну, я бы вот пробовал такой сценарий. Но в любом случае, если вы согласитесь, конечно, надо ответить на вопрос, Почему оно сохраняется? Ну да, свой... что происходит, то почему такая история появляется? И я бы еще вот давайте обсудим этот вопрос. Я бы еще рекомендовал обязательно смат этому пациенту, потому что если высокое давление в течение дня диастолическое, то вы должны ответить на вопрос, что происходит ночью с двумя вещами: какой объем да. мочи ночью, не забывайте, какой натрий раз То есть углубляйтесь в этого пациента. Он недостаточно простой, он не очень простой, он не очевидный. Юрий Михайлович, вы согласны? Поддерживаю, Григорий Павлович, и вас, и поддерживаю Сергея Владимировича, и добавлю лишь некие фразы, которые мне представляются практически значимыми. Надо по посмотреть, а как измеряется артериальное давление у этого человека. Это тоже, Нам я... кажется, что это отработанная сама по себе технология, но нередко бывают те... Вещи, которые нам мешают получить точное измерение артериального давления. Я не сомневаюсь нисколько в том, что измерение артериального давления у этого человека проводилось правильно. Речь идет о оборудовании, инструменте, аппарате, который есть у доктора в условиях практики. Первый пункт. Второй пункт. Вы на тысячу процентов правы. Надо посмотреть динамику артериального давления. И с точки зрения, как говорил Сергей Владимирович, контроля той или иной терапии, и с точки зрения суточного мониторирования давления. По одной цифре сказать, что вот если снижается систолическое, но снижается диастолическое, нам с вами, коллеги, точно нужна динамика. И третий аспект, который мне представляется очень важным, это эффект на проводимую терапию. Ну, например, предложение Сергея Владимировича, антагонизм минералокритикоидных рецепторов. Мы через неделю, через две недели поймем, насколько мы успешны по той динамике давления, которая может иметь место у этого человека. Ну и, наконец, я думаю, будет неуместно и не помешает абсолютно проверить приверженность к лечению, потому что и это тоже может не играть некий роль, когда динамика артериального давления несколько разнится. Давайте двинемся еще дальше. А мы измерили офисное артериальное давление. А может быть, надо подумать о измерении давления в условиях ортостаза когда человек встал, как меняется у него артериальное давление. Если изменена сосудистая стенка, то это движение по тому пути, который вы обозначили, Григорий Павлович, включая, например, изучение той же самой скорости пульсовой волны. Но вот с клинической точки зрения очень важно будет первая реакция на терапию, какая она и в какой степени мы успешны. Ну, вот, пожалуй, так. Спасибо. Знаете, довольно сложный вопрос, его наш выпускающий редактор немножко корректировал, очень длинный, но суть сводится, я кратко скажу, суть сводится к проблеме воспаления, к повышенному уровню цереактивного белка. Благодарят экспертов за то, что эксперты напомнили, что статины снижают на 50%, и это есть показание у розового статина. Но вопрос звучит таким образом. Даже на оптимальной гиполипидемической терапии – у значительного количества пациентов не удается достичь снижения уровня цирреактивного белка до безопасного уровня в скобках 2 мг. Вот что вы посоветуете в этой ситуации? Что делать? Давайте обсудим этот вопрос: статины даны, все, что можно дать, дано. Уровень не снижается, но, очевидного заболевания нет. Это небактериальное системное воспаление. Что можно сделать еще? Колхицин оставим в покое, его никто не будет назначать при артериальной гипертонии. Что можно сделать в этой ситуации? Каким будет мнение у эксперта? Юрий Михайлович, если позволите, Конечно. я начну, Юрий Михайлович. У нас, в общем, с ним, с Юрием Михайловичем был большой цикл по воспалению при коморбидной патологии и так далее. Вот. Я бы сказал так, что здесь надо на полную мощь использовать плеотропные анти, воспалительный эффект самых разных классов препаратов. Ну, давайте применительно к нашему больному, чтобы вот не выходить, да, или да, даже к тому пациенту, которого предлагают нам для ну, обсуждения. Э -э, статины исчерпали да, свой эффект, но у нас есть агонисты GLP-рецепторов, довольно мощное противовоспалительное действие. У метформина есть достаточно mm -hmm. мощное противовоспалительное действие. Ну, наши даже работы, они опубликованы были в разные года и так далее, что у лидеров, причем я вот хотел бы здесь, чтобы вы обратили внимание, я не сталкиваю эти два класса препаратов, а просто констатирую, что у лидеров среди ингибиторов ромеприла и периндаприла и у телмизартана и азилзартана есть довольно мощное противовоспалительное действие. Значит, вот у нас уже добавляется к статинам несколько активных игроков, которые в принципе могут дальше положительно повлиять на э, воспаление. Следующий момент. Он, в общем, наверное, поворот сюжета будет достаточно неожиданным. Ну, с моей точки зрения, для большинства наших коллег. А больной, то если он может, он должен увеличить значительно физические нагрузки, потому что после появления пресловутого исследования Юпитер там было 42% снижения уровня ЦРБ в течение 5 лет на терапии розового статина. Параллельно с этим было опубликовано исследование, что если год человек выходит на уровень физической активности умеренный, то есть это 90, 120 минут еженедельной активности увеличивает, то у него, не меняя никакой терапии, уровень ЦРБ снижается на 44%. Другой вопрос, что будет ли этот человек следовать год вот такому ну, достаточно жесткому э, жестким рекомендациям по увеличению физической активности. Потому что физическая активность по многим вещам она обладает и противовоспалительным действием. То есть там было показано, что это эффект сопоставим с Юпитером. Но нам же проще, что выпить таблетку. Чем, чем ходить? ходить? Да, чем ходить. Ну вот, Юрий Михайлович, на это, наверное, доставь это. Владимирович, подхватываю этот пас и воспользуюсь вашим предложением, это будет, как мы говорим, комплексный подход, когда мы используем все возможности. Но вот, если позволите, уважаемые коллеги, тоже некий неформальный взгляд. Итак, статины мы говорим, снижают уровень целеактивного протеина. У скольких препаратов это зарегистрировано? У розового статина. И с формальной стороны вопроса мы можем сказать, что да, и другие, по-видимому, обладают этим свойством, но целенаправленное воздействие на воспаление будет фиксироваться с высокоинтенсивной терапией статинами. Я в этом плане абсолютно убежден, что это именно так. Второе. Если мы говорим про комплексность проводимой терапии, одно из важнейших условий – ни в коем случае не останавливаться и продолжать проводить терапию. Опять же, ваши данные, Сергей Владимирович, вы показывали у больных, больных перенесших э, э, инфекцию SARS-CoV-2, больных после COVID-19, как на фоне терапии эквамером вы получили блестящую динамику цирреактивного протеина. Чудес ведь не бывает. Это воздействие именно комплексной терапии, действия блокатора РААС, в виде ингибитора АПФ, лизиноприла, антагониста кальция и, наконец, розового статина, вот она получилась положительной динамикой. И это тоже показатель того, что просто необходимо проводить терапию, которую мы считаем целесообразным. Ну, тоже поворот не применит к вопросу, но все-таки он, по-моему, отражает очень точно отношение к направлению по воздействию на высокочувствительный цирреактивный протеин. А что, коллеги, разве мы с вами не знаем о тех исследованиях, когда проводится уже комбинированная гип гиполепидемическая терапия? Уровень ЦРБ используется в качестве показателя эффективности ингибиторов ПССК-9 или, например, инклизирана. То есть речь идет о том, коллеги, в условиях реальной клинической практики, если вы увидите положительный результат по статусу пациента, его самочувствию, контролю давления, в конце концов, вы точно будете видеть положительную динамику уровня ЦРБ при комплексном подходе. Пожалуй, так, Григорий Павлович. То есть, если подвес... помочь, да. Еще буквально одна секунда. Конечно, пока конечно. Ну, вы, в общем, очень точно, когда говорили об этом пациенте с Юрием Михайловичем с давлением диастолическим высоким, здесь-то идеология ровно та же самая. Вы выдвинули идею. Надо обследовать. Здесь тоже надо обследовать его. Откуда это ЦРБ? Потому что ну, банальный пародонтит, на который может кардиолог не обращать внимания, эндокринолог и так далее, он дает повышение ЦРБ. То есть это надо исключить такие вялотекущие воспалительные процессы. Абсолютно согласен. Вот в десятку, Сергей Владимирович. Короче, если подвести первую черту, можно сказать, похудание, физическая нагрузка, сохранение приверженности терапии статинами, контроль уровня глюкозы, в том числе метформином, и это и поиск еще какой-то возможной причины, которая поддерживает высокий уровень цирреактивного белка. Хорошо. Вопрос касается мочевой кислоты. Доктор пишет так. Применяя шкалу СКО-2, мы видим высокий риск практически в 100% случаев. Тогда автоматом целевой уровень мочевой кислоты 300. Это означает, что у очень большого количества людей мне придется назначать аллопуринол. Вы можете прокомментировать эту ситуацию? Ну, Григорий Павлович, у нас с вами много образовательных мероприятий проходят по гиперурикемии. Я бы сказал так, что. Скор-2 ну, он впрямую никак не связан с решением или назначением, или не назначением аллопуринола. У Нет, нас... я думаю, что доктор имеет в виду алгоритм, который мы разбирали, где ну... люди, люди с высоким или очень высоким риском среднесосудистым должны иметь целевой уровень 300 миллиграмм. То есть да, это... Согласен, От... 6 микромоль на да, да. конечно, ниже, но. Здесь я еще раз хотел бы вот, ну, занимаясь этой проблемой, сказать, что, во-первых, нам нужны повторные исследования. Очень лобильный показатель: грейпфрутовый сок, томатный сок, баня, пиво, ну и так далее. И физическое жаркий климат, ну и так далее. И мы будем иметь аберрантные уровни мочевой кислоты. Это первое, так сказать. Вот второй момент. Ну, в общем, наши рекомендации, они говорят, да, о том, что если есть высокий риск сердечно-сосудистых осложнений, и те алгоритмы, которые у Оксаны Михайловны Драбкины изданы, они говорят о назначении аллопуринола. Я большой проблемы в том, что назначить аллопуринол такому больному, не вижу, но надо опять разбираться, с, почему у него гиперурекемия. Вот, ну, мы прекрасно понимаем, а диуретики там есть или нет для начала. Ну вот, потому что диуретики, мы знаем, мощнейший фактор повышения уровня мочевой кислоты. Следующий момент. Мы прекрасно понимаем, что само по себе ожирение или избыточная масса тела, это повышение уровня мочевой кислоты. Поэтому предыдущий вопрос начинает перекликаться с этим. Нормализация веса, увеличение двигательной активности. В принципе, ну, я бы сказал так, что если такие будут тенденции повторяться с повышением уровня мочевой кислоты, то да, можно рассмотреть возможность терапии лапуринолом. но тоже нужно помнить, что это не, сут... не краткосрочные курсы, там, 2-3 месяца. А уж если говорить о ну, эффекте, который мы хотим достичь, это минимум год и далее, потому что с этого момента это метаболический, в кавычках, препарат, это не э, нитроглицерин, где эффект на момент рассасывания уже виден. Это длительный период. Поэтому, как вариант, возможно, да. Знаете, если вы позволите, я хотел добавить, что... В практике терапевта надо помнить еще про одну причину: когда повышается мочевая кислота, это онкология, любой да. распад, опухоли, начало активной терапии, онкологического заболевания обязательно приведет. Если в вашей практике есть пациент у которого есть исходное, пусть высокий сосудистый риск, и есть повышенный уровень мочевой кислоты, у него онкологическое заболевание, и предстоит лечение, будь то лучевая или активная химиотерапия. Вы обязаны, как терапевт, знать это и начать терапию, которая... Там есть специальные подходы, как коррегировать уровень мочевой кислоты, но знать, коррегировать до начала такой терапии, это безумно важно. Юрий Михайлович, Ваша точка зрения, Вы согласны? Вы знаете, Григорий Павлович, я слегка напрягся, когда услышал про бессимптомную гиперурекемию, как я это услышал в вопросе. Возможно, коллега видит более широкий спектр, естественно, пациентов, и прямое сразу движение в сторону аллопуринола. Ведь фактически, я полностью поддерживаю ваше предложение по оценке этого пациента. Давайте рассуждать так: если это будет больной, ну условно такой, который мы сегодня обсуждаем, в рамках всех проявлений метаболической синдемии, ну, первое, что должны будем сделать, подтвердить степень изменения органов и систем, чтобы обосновать, что есть у нашего пациента: лобильность. Сергей Владимирович, ну, согласитесь, что это настолько часто может быть меняющийся параметр, и в рамках такой лобидности чтобы сразу каждый больной перед видел, собой, видел перед собой таблетку алпыренола, но ну, я очень сомневаюсь в отношении того, что сразу в эту сторону надо двигаться. А вот то, что риски высокие, Никого убеждать в этом плане не надо. Сердечно-сосудистые имеется в виду, да и не только сердечно-сосудистые. Значит, это, во-первых, динамическое наблюдение. Ну что, у нас так часто и регулярно оценивают мочевую кислоту в условиях реальной клинической практики? Далеко нет. Дожидаясь вот тех событий, которые, говорите вы, Григорий Павлович, когда уже существует потенциально онкологическое заболевание, и отсюда вот столь высокие риски. Я бы не говорил бы об избыточной агрессивности, но скорее говорил бы об активном наблюдении наших пациентов, то, что далеко не всегда выполняется. Поэтому тогда, когда появляются уже основные показания для использования аллопринола, конечно, да, замечательный препарат, кто по поводу этого спорит. Но вот так сразу все мы всегда скорее более осторожны. Ну и, Григорий Павлович, здесь я тоже добавлю, но мы должны фактор диеты учитывать, коррекция диеты здесь просто необходима. Конечно, конечно, конечно простые, знаете, советы бытовые, там вот, да. если это дома готовится еда, то первая, первая вода должна сливаться. Простые советы, которые очень эффективны в реальной жизни. Да. Единственное, чем порадовать можно, можно кофе не уменьшать. А можно <говорит> да, это конечно <говорит> радует. Да. Но наваристые бульоны остались в прошлом. Это да. да, это да. Знаете, вопрос звучит таким образом: осталось ли в современной терапии артериальной гипертензии свободные комбинации? А если да, то какой фенотип пациента и какие конкретно клинические ситуации? Ну, хороший, хороший. Вопрос. хороший вопрос. Естественно, мы никуда не денемся от свободных нефиксированных комбинаций. Мы четко пишем предпочтительные фиксированные комбинации. И во всем мире ну, самый оптимистичный сценарий, что треть занимает фиксированные комбинации, все остальное произвольные комбинации. Значит, ну я бы сказал так, что там, где есть лобильность и необходимость подбора, лобильность давлений, необходимость подбора терапии, то это, конечно, будут комбинации произвольные на этапе именно подбора доз и так далее. С последующим переходом на фиксированные комбинации. Вот, Это один сценарий. Следующий, так сказать, момент, который ну, тоже нужно учитывать. Это при том, что фиксированные комбинации всегда дают очень большую вариативность по включенным по дозировкам препаратам. Иногда-то сказать, у нас такие ну, нужные нам, казалось бы, комбинации отсутствуют. Но, наконец, следующий момент. А у нас: давайте зададимся вопросом. Фиксированные комбинации, все вариабельность комбинации перекрывают? Ну нет, конечно. Ну нет. Поэтому, ну давайте я назову так, комбинация Зартана с бета-блокатором, вот на скидку пришло, есть? Нет. Значит, и опять-таки тут можно развивать очень много э, в этом плане. Поэтому произвольные комбинации, да, мы должны четко понимать, что они хуже по приверженности значительно фиксированных комбинаций но они все равно сохранятся. Плюс к этому еще один момент. Не надо забывать, что многие наши сограждане относятся к так называемой льготной категории, обеспеченной лекарственными да, и фиксированных в ограничительные да. списки не входят. Значит, они, ну, извините за термин, такой, наверное, не очень хороший, но заложники того, что они вынуждены будут идти на нефиксированных комбинации. Да, абсолютно точно. Значит, позвольте, Григорий Павлович, конечно. Павел, я... конечно. У нас с 2013 -го года доминирует во всех международных и отечественных документах приоритет комбинированной терапии артериальной гипертензии. Это известно, и предпочтительность, а это ключевое слово, я думаю, эксперты много думали перед тем, как использовать именно этот термин, говоря о предпочтительности использования комбинированной терапии в рамках фиксированной комбинации. Тут даже трудно о чем-то спорить и говорить другом. Знаете, что смущает в реальной жизни? Человек идет на свободную комбинацию препаратов и погружается так долго в процесс подбора терапии, что это заканчивается постепенным снижением... Эм, внимание пациента, его приверженности к лечению, его желание поддерживать терапию, потому что это формирование неуверенности. Если врач получил быстро на свободной комбинации замечательный результат, шаг простой, он перешел на фиксированную и все закончилось. Но сам по себе процесс часто растягивается во времени. Когда поработал один препарат, потом другой, потом третий, формально проводится комбинированная терапия. Обязанность фиксированной комбинации в рамках как приверженности лечения. Это прежде всего гарантировать сочетание препаратов и их доз, которые, конечно, дадут лучший результат. Ну и массу доказательств того, когда антигипертензивная эффективность больше, чем антигипертензивная эффективность тех же препаратов, но в свободной комбинации. Поэтому мне представляется очень важный аспект. Коллеги, нельзя растягивать во времени вот этот процесс до бесконечности подбора проводимой комбинированной терапии. Больше акцент на фиксированной комбинации. Конечно, конечно. Сергей Владимирович, к вам обращаются персонально. Доктор поднимает вопрос, который уже поднимал на первой встрече. Доктор пишет таким образом. Синдемия ⁇ это системное состояние организма. Подскажите, как вы считаете, как правильно трактовать это понятие? Как системное состояние организма, некий физиологический синдром, клинический синдром, как правильно в рассуждении о пациенте трактовать этот термин? Ну, Григорий Павлович, достаточно такой интересный вопрос. Вот. Ну, я для себя, наверное, скажу так, что это клинический набор симптомов в рамках клинического синдрома с общим патогенетическим механизмом для каждого из них. Сергей Владимирович, вот. на, это, на эту тему написать статью. Не знаю, Григорий Павлович. Я что думаю, было... что да, по нет. сути речь идет об обсуждении, согласитесь, особого а состояния. состояния да. Глубокий вопрос, очень глубокий вопрос. Это вот ну, просто чисто такой эмоциональный ответ, потому что ну, в принципе это все равно синдром, и у каждого из пяти составляющих есть общие механизмы. С моей точки зрения, принципиально их две это инсулинорезистентность в той или иной степени воспаление, о котором мы сегодня очень много говорили. Ну, вообще, согласитесь, что само введение да. понятия синдемии в трактовку состояния пациента, во-первых, позволяет совсем по-другому посмотреть на динамику развития патологического процесса, но и как-то обосновывает многогранность введения, многогранность лечения этого пациента. Да. Поэтому... Я вас призываю подумать над такой Юрий, серьезной. Давайте скажем так, он услышан, потому что мы вместе с вами, с Юрием Михайловичем и с большой нашей командой будем работать. Собственно, мы уже начали работу над новыми клиническими рекомендациями. Понятно, что они в отсутствии шифра МКБ-10 будут документом нескольких обществ, и терапевтического, и кардиологического по метаболическому синдрому. Вот я бы сейчас, хотя у меня Юрий Михайлович прекрасно знает, мы много общаемся, вот изначально была идея назвать кардио синдром, собственно то, что мы показывали с коллегам на предыдущих. Я бы сейчас, наверное, все-таки сделал метаболический синдром, но с акцентом на все пораженные органы и обязательным выделением. Четырех стадий его развития, вот то, что вы показывали по-моему на втором или третьем вебинаре. Потому что подход лекарственный меди не медикаментозный, она везде одинакова, но подход к лекарственной терапии на каждом из этих четырех, так сказать. Правильно этапов, он разный. И это как раз, ну, собственно, у нас Евгений Владимирович Шлихто, мы с Юрием Михайловичем слушали на, на пленарном заседании российский дней сердца. Он начал свой пленарный доклад с показа нашего с вами слайда по, по кардиометаболической синдемии, говоря, что это, ну, в общем, вызов сегодняшнего времени. Вот. Но это надо обсуждать, потому что, как и в вопросе коллеги, это скорее такой эмоциональный компонент, но то, что это Сегодня большой шаг, и это возможность сдвига влево по диагностике и лечению Союз. это для меня очевидный факт. А делать это мы будем делать, и я надеюсь, на ваше ну туда полностью вовлеченное участие с Юрием Михайловичем и с другими коллегами. Очень важно, что это вот это сдвиг влево. Это тенденция современной мировой медицины. Спасибо большое, Юрий Михайлович, вам угодно что-то добавить? Григорий Павлович, это действительно не сколько эмо эмоциональное восприятие вопроса, он действительно очень глубокий вопрос. Послушайте, этот термин должен был появиться. По очень простой причине, что на самом деле позволяет объединить, казалось бы, ранее разные состояния в одно единое целое, которое присутствует у нашего пациента. Мы ведь видим много симптомов и признаков, например, при сердечной недостаточности. Здесь мы видим пациента, позволяющего взглянуть на него с самой разной стороны ожирение, гипертония, инсулинорезистентность, сахарный диабет, метаболический синдром и многое другое. И классную вещь, сказал Сергей, Сергей Владимирович, нам нужна стадийность про то, что сейчас вы подчеркиваете, Григорий, реальное движение влево, и это чтобы была не просто такая мозаичная картина, которая описывает конкретного пациента, а то, что объединяет все в единое целое, так легче и в восприятии пациента, и в выборе лечения. Спасибо. Мы исчерпали все вопросы. Скажу, прямо рекорд не побили. Всего 17 вопросов. Но они были очень интересны. Я хочу поблагодарить наших дорогих и любимых слушателей за такой интерес к этой проблеме, за такие глубокие вопросы. Спасибо большое. Поблагодарить нашего выпускающего редактора. Ну и, конечно, блестящих экспертов. Спасибо вам большое. Спасибо большое. И хочу сказать нашим дорогим слушателям, программа продолжается. В ближайшее время будет следующее заседание по вопросам синдемии. Мы будем продолжать многогранную оценку этого пациента. Спасибо большое. Берегите Спасибо, себя. коллеги. Спасибо большое.